Еще несколько мгновений, и я, старый кот, навсегда покину вас, люди. Я ухожу в историю. И мне так жалко расставаться с вами. А вам? Нам тоже очень-очень жалко. Мы так полюбили тебя, старый год. Так полюбили? Как же тебя не полюбить? В этом году свершилось то, о чем всегда только мечтало человечество. Наши богатыри, летчики-космонавты, впервые проложили звездные пути во Вселенную. Телеграмма к Новому году. От кого телеграмма? От кого? Читайте скорее, читайте. Мне хочется горячо поздравить с Новым годом наш великий народ-труженик, стоящий во главе всего прогрессивного человечества, поздравить дорогую нашему сердцу мудрую коммунистическую партию. До чего радостно сознавать, что страна наша уверенно воплощает в жизнь величественную программу партии, принятую историческим 22-м съездом. Мы желаем всем людям большого-пребольшого личного счастья, радости и доброго здоровья. С новым счастьем, товарищи! Велика честь быть гражданином страны Советов, страны социализма. И мы гордимся тем, что социализм является той надежной стартовой площадкой, с которой поднимаются советские космические корабли. Мы желаем нашей науке в новом году блестящих успехов и больших побед. Я поздравляю с Новым годом верных друзей, соратников из могучего лагеря социализма. За мир между всеми народами, за дружбу на нашей прекрасной земле. Добро пожаловать! Все люди ждут от тебя больших и добрых свершений. Наша планета приветствует твое рождение. Здравствуйте, люди! А твое пожелание, Снегурочка? Я уверена, что выражу искренние чувства всех, кто встречает Новый год, если от всего сердца пожелаю летчикам-космонавтам в самое ближайшее время поднять новогодние бокалы на Луне, на Венере, на Марсе. Друзья. С новым счастьем. Больших вам успехов. И крепкого здоровья. С Новым годом. С Новым годом. С новым счастьем.